Я не ценил свою жизнь, резал вены, прыгал с моста, но Бог меня помиловал. Меня зовут Вадим. Я употреблял алкоголь. Была семья у меня, но грех он разрушил мою семью. Алкоголь не отпускал меня. Пришла мысль покончить жизнь самоубийством. И пошел за речку, порезал вены, но кровь пошла и перестала. Шел домой через мост. И шел, курил, ну и стал посреди моста подумать. И смотрю вниз. А почему бы не прыгнуть с моста? И все, точно уже никто не спасет. Оглянулся, нет никого, перелез и оттолкнулся. Приземлился на воду, очнулся, спасатели меня достали. Реанимация обследовали. И никаких переломов, ни увечий не было. Только болела спина и шея от удара в воду. Положили в психиатрическую лечебницу. Туда вот приходили братья и рассказывали, что есть реабилитационные центра. Взял у них визитку и обратился. Он меня направил в Брест. Я прошел программу реабилитации. Сейчас я очень сильно благодарен Богу, что Он вошел в мою жизнь, поменял меня, перестал употреблять алкоголь, не курю и благодарю Бога.